Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы продолжаем прохождение Diablo 4. Так, чем мы сегодня с вами займемся? Надо взять вот здесь вот задание. Слава Свету, ты здесь. Мой сын, он одержим. Что отлично. Здесь происходит? Похоже, ты умеешь сражаться. Мне пригодится помощь, пока я буду изгонять демона из сына этого доброго человека. Встретимся в подвале. Готовься. Ты узришь истинное чудо. Хорошо. Так, подожди только, я хотел вот сюда сходить. И про то, что я вам говорил. Торговец диковинами. И вот у него я хочу купить косу. И как раз покупается за оболы. Оболы у нас, вот они, 231. Так, туника нет, двуручная коса нет, а вот коса. Да, не густо. Да. Выпадает, ну, сами понимаете, как бы рандомно. Не повезло. Надеялся я на какую-нибудь хорошую. Но не повезло, так не повезло, да? Зелье здоровья, эликсиры. Изготовить. Вот так. Сейчас у этого узнаем, что как дела. На этот раз. Этот день ничего не надо. Выгодная сделка. Тихая кочерга. Такое себе. Тоже не особо, чтобы особо. Свежие товары через час. Лучше выбивать, наверное. Все-таки. Так, ну пойдемте, что там? Холодный подвал. Чтобы усилить зелье здоровья, посетите алхимика. Ну это понятно. Так. Здесь даже холоднее, чем снаружи. Значит, рядом демоны. Верный знак. Возьми мою чашу и поставь перед мальчиком. А я пока поищу нужные строки в молитвеннике. Хорошо. Я знаю, что слуги собора обычно сжигают одержимых. Да, некоторые клирики порой слишком буквально понимают писание. А, но сегодня я еще никто не сгорит. Броню себе другую одел. Свету. И покрасил ее в синий цвет. В принципе, выглядит неплохо. Так, начинай ритуал. Отец Инарий, узри. Я проливаю черную кровь. Очисти ее светом. Пусть он наполнит наши... Ничтожество. Этот детеныш мой. О, ангелы! Сынок! Пусть свет развеет тьму в сердце этого младенца. Отец, прогони демона! Ее здесь бессильно, святоша. Ох, пошла возня. Я ни за что не уйду. Его душа моя. Your soul is mine. Ха-ха-ха-ха-ха. Молю, защити сие дитя. Знаете, да, откуда приказываю это? Приказываю тебе. Консум Mortal Kombat, да?
Ты кто такой? Быстрее, убей его, пока он ни в кого не вселился. Да я пытаюсь. Все кончено. Лата, мой мальчик, ты меня слышишь? Умоляю. Или еще не скажи все. Скажи хоть что-нибудь. Поговорите с сестрой Октавии снаружи. Давайте поговорим. Ты хорошо справился. Из тебя бы вышел неплохой брат. В Киавашаде еще много людей, кому я нужна. Я бы не отказалась от твоей помощи. Если будет время, приходи. Окей. Так, с этим все. Очищающее пламя. Вот сюда побочка, а потом побежим вот сюда. Так, тут мы не пройдем, да? Пока не ушли, надо сразу посмотреть. 22-й кости. Железная дева, немощь. Неинтересно. Вдалеке. Но вот это, в принципе, интересно. Так вот. И вот так вот. Ну, туман, я не знаю, он нам нужен вообще или нет. Костяная тюрьма. Надо еще вот это на пятерочку, я думаю. И все будет хорошо. Так. Стоп, на какую кнопку-то? Щупальцы, костяная тюрьма, костяной дух. Костяной дух, а щупальцы... Давайте попробуем, почему бы и нет, да? Дух, я думаю, нам тоже понадобится рано или поздно. Во-во-во. Буду вам за столько. Щупальца надо посмотреть. Так, ну-ка на Мишу. А вот щупальца, да, как работают. Ну, ничего особенного. Что это? Зажгите ритуальную жаровню.
Слабенько. Просто как бонус приятно, конечно, но слабый урон. Так. Давайте зажигаем. Пошла возня. Опа-на. А вы еще кто такие? Демоны и петушары. Еще не готов. Стоп. Занимаюсь херней. В принципе, 2, 3, 4 вот эти, они вообще не нужны. Умения. Костяная тюрьма попробовать. Потому что мы идем по крови, и в принципе нам вообще не интересно ничего другое. Привет. Это контроль, да, костяная тюрьма? Просто чтобы контролить противников. Так, а тут что, у нас тоже задание какое-то есть? Мы же ему уже вроде помогли. Да, ты справился. Я его отсюда чую. Жаль, не увижу, как танцует огонь. В тебе сияет свет, странник. Спасибо. А булы дал и все, да? Так, что ты нам скажешь? Эта картина должно быть старше моей матери.
Сейчас такое бросают в костры. Надо спрятать ее понадежней. Спасибо. Если найдешь еще какую-нибудь реликвию из прошлого Маргрейва, приноси мне. Угу. Ты мне будешь за это давать плюшки, да? Хорошо. Понял. Так, что он нам дает? Броню, показатели, шипы. А, украшение, сопротивление яду. Давай вот так пока. Так, а дальше... Опа-на, спасибо. Запас зелий повысили. Нам надо идти вот сюда. Дозор света. Мы уже прошли, по-моему, да? Да, прошли. О, тут еще не все сделали, да? Но нам важнее дойти до туда. Количество зелий повышается. Это здорово. Что-то неплохо так меня шатают. Что-то я не то сделал. Надо посмотреть. Сбросить все. Так, вот сюда, вот сюда. Скорость атаки нет. Укрепление. Убейте его. Какой-то я прям лох стал. Отойдем. Как-то неудачно я решил отойти. Так. Вот сюда, пожалуйста, отойди. Сейчас мы настроим все. Так. Волнение крови. Волнение крови поражает, вы получаете укрепление. Поражает противника, вы получаете... И высокий уровень получает эффект подавляющей крови. Нет, вот это. Вот так. Вот так. Потом вот сюда вот так. Вот сюда вот так. Здесь. Вот так. Так. Поражая противником умениями крови, вы с вероятностью 20 получаете укрепление. Давайте вот так. Так, и куда еще? Вот сюда тогда еще одно.
Вот так должно быть хорошо. Но это не точно. Проверяем. Ну, в принципе, неплохо. Бывало и лучше, но... Так. Кстати, я забыл посмотреть. Да, чат есть. Локальный чат такой. Все это есть. Просто хотел посмотреть, есть или нет, потому что вспомнил, что в бете было. Травушка-муравушка. Это хорошо. Так, я вижу алтарь какой-то, да, по-моему? Как нам туда пройти? Да вы серьезно? Мерзлый туннель. Отлично. Что это за хренотень? Что за дьявольщина тут творится? Уже созрели. Пора их пожрать. Какие души, блин. Вы про чё? Так, вот этих души. Давай, долбим их. Блин, достало. Обязательно заберет. Только сначала мы... заберем тебя. Куда ты полетела, красотка? Иди сюда. Молодцы, мои скелеты. Так, и вроде бы... Ладно, вот как раз нам сюда идти. Или где я это видел? Вот как-то так все делается, это по-быстрому.
Погнали дальше. Отлично. Вон Лилит. А как туда спуститься, я не понимаю. Ладно, в следующий раз подумаем. Если я вот здесь. Только вот сюда куда-то. Ну, давайте попробуем. Хотя нет, я там был. Я там был. Туда как пройти, пока непонятно. Бей, демон. Так. Пока у нас умение есть. Так, и тут. Уменьшение урона от противника на расстояние. Понятно. Время восстановления. А тут ловкости. Пожалуй, нет. А что там такое еще есть у нас? А, ну это что мы собрали, да? Так, погнали дальше. По делам, которые я хотел сделать уже очень давно. Так, еще одно задание. Мы не пропустим его, я думаю. Что у нас здесь? Получишь ты сейчас своей крови. Один получил. Второй получил. Третий получил. Кто там? Такой смелый. Заберем. Идол шамана, блин. Меня заморозили. Реально? Я чуть не откинулся. Ну, вообще, да, я реально чуть не откис здесь. Даже стало маленько страшно.
пути. Мы почти дошли. Или еще не дошли? Нет, наверное, да? Еще далековато. Белый рудник. Ну, давайте сходим, почему бы и нет. Тут я вот точно, по-моему, не был. Такое испытание, да? Понятно. Будем знать. С тобой что, друг? Ты подвис. Пойдем. Так, ну вообще, вообще далеко? Да нет. Вроде бы. Заберу. Спасибо. Так, здесь мы еще не были, по-моему. А, ты тоже шаман? Молодец. Ну, в смысле, не шаман, а некромант. Привет. Топор. А точнее, топор лесоруба. Убийцы, который нападал на путников в этих краях. Говорят, что недавно он исчез, бросив свое оружие. Жрец, который меня нанял, сам не знал, где его искать. Боюсь, я замерзну быстрее, чем найду топор. Помоги мне его найти, и мы поделим деньги. Поищи в лесах вокруг города. Я буду ждать здесь, в безопасности. Ну, офигенно, ты будешь ждать здесь в безопасности, а мне поищи, да?
шустрые. Что на этот раз? Забирай, что осталось. Так. А больше здесь никого нет, да? Да хранит тебя отец. Чем могу помочь? Вот так вот. Улучшение 3 из 3. Вот это может пока улучшить тоже. Стоит-то копейки. Ну вот с этим ожерельем я явно не буду... Не смогу это применить. Буду долго ходить. Тебе что-нибудь выковать? Ты не можешь, да? Ботинки давай тоже, чё уж. Неплохо. Чё, мелочиться, правильно? Эта вещь стоит своих денег. Стоит-то копейки. Зато, может быть, мы будем не совсем уж настолько лохами. А, камней не хватает. Ну все. Приходи, если захочешь что-то выковать. Хорошо. Так, нам куда-то вот сюда, да? Идти. Ну пойдем. Сила атаки 213. Вот это прям, блин, это мало. Собираем. А вот топор. О, фак. Но невинных самое сладкое. Лесоруб. Да, не такое, что и сильный лесоруб. Так, как нам вернуться? И все-таки что-то я упускаю. Вопрос в чем? Кости. Маги кости мешают противника, метают в противника фрагмент собственных тел, расходуя здоровье и нанося значительный урон. Давай. Объем здоровья, который маги кости жертвуют при атаке, уменьшается на 15. С 15 до 10. Скелеты магии, просуществовавшие 5 секунд, наносят на 40 больше.
когда кости погибают от собственной атаки, он оставляет после себя труп, а вы получаете укрепление в объеме 11% базового запаса здоровья. Ну, давайте попробуем. Почему бы и нет? Так, принес я. Наверное, это было страшное место. Судя по тому, сколько на этом топоре крови. Пошли отсюда скорее. У меня чувство, как будто за мной следят. Я отнесу эту штуку в мини-стат и получу мою долю. Спасибо за помощь. Да, пожалуйста. Так. К ловкости, к силе воли, урон. Ну вот что-то я прям фиг знает. Уровень 23. Так. По поводу уровня. Вот так. Во-первых. Во-вторых. 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 Что-то еще у нас было. Три, три. Даже не знаю. Давай вот так. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот серия у нас сегодня с вами получилась. В следующей серии мы уже с вами, чем будем заниматься, пока я точно не знаю, но думаю, что пришло время пройтись вот по этим местам, пока мы здесь. Вот в плане вот этого места это прям 100% нам надо. Когда вы поражаете особого противника, на 10 секунд получаете барьер, поглощающий до 285 единиц урона. Срабатывает не чаще раза в 30 секунд. Ну, это надо. Ну и также пройдемся здесь. Соответственно, ну и здесь. Тут мы уже выполнили, да? Да. Потом уже пойдем по основным заданиям и будем продолжать расширять нашу карту. Мы пробежали еще всего ничего, а столько серий уже прошло. Не забывайте подписываться на канал, ставить ваш большой палец вверх, если вам понравилась данная серия. И, конечно же, писать комментарии под этим видео, давать ваши советы и все остальное. Увидимся в следующей серии. Всем пока!